Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Blackview A70, и сейчас я покажу вам, как включить и настроить мобильную точку доступа. Итак, для этого мы переходим в настройки. После этого нажимаем другие беспроводные соединения. И здесь у нас есть беспроводная, персональная, точнее, точка беспроводного доступа. Нажимаем на нее, включаем. Здесь мы также можем настроить название, защиту, пароль. Дополнительно также можем посмотреть, что здесь есть, и настроить. И также мы можем перейти в быстрые настройки и здесь также отключить или включить точку доступа. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.